Вітаю, ви дивитеся «Відкритий», з вами ведуча Анна Гребенчук. Війна триває. І вона сьогодні не лише на передовому фронті, вона у серці кожного з нас. Наша програма про те, що ми відчуваємо, про психологічні розлади, які спричинила наша війна, про травми, як жити далі, як справлятися з цим. Про це психологічний проєкт «Близько до серця». Справа в тому, що в мене немає дому. Цю пісню ви добре знаєте, адже вона відгукнулася у серці кожного українця. Адже багато хто втратив свій дім. Хтось поїхав за кордон, розлучився з родиною, а хтось приїхав в інше місто та став вимушеним переселенцем. Тож, тема нашої програми сьогоднішньої – як спілкуватися з людьми, які фактично вибралися з пекла. Як не давити їм на живе, як не травмувати, як підтримати, як соціально їх адаптувати в наші умови, в нашому місті. Тож сьогодні ми про це говоримо з психологом Олександр Макуха сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. А гостем нашим є Євген Тузов, маріуполець, людина, яка фактично вибралася з пекла. 35-річний Євген є тренером з боротьби, і саме він був комендантом укриттів, де було більше 6 тисяч людей. Вони укривалися, про це нам пан Євген розповідав. І, власне, історію зараз ми вашу почуємо. Давайте подивимося. Пойдемте посмотрим, як ми живемо. У нас этот дом мне любезно предоставил один мой товарищ, помимо меня, моей мамы и моей замечательной подруги. Здесь еще проживает 10 человек. Это наш друг, папа, во всех смыслах. Тут у нас происходит прием пищи. Все мы стараемся питаться вместе, вот, садиться все вот так вот, особенно в конце дня. Все за один стол садимся, готовим кушать. Вы же видите, допустим, какой объем этой кастрюли. Все это наше многочисленное мариупольское семейство. Вот так вот я живу. А вот в обнимку с гуманитарной помощью, которую мы тут перебираем, помогают десятки людей, фонды, есть обычные люди. Оттуда одно, оттуда другое, оттуда третье. И как раз формируется вот такой вот наборчик. Что такое? О. До войны много чем занимался. И тренировал, и вот собирался в рейс идти. Вот я работал на круизных лайнерах начальником отряда спасателей. Еще мы не понимали 24 числа, что это война. Оно где-то там было еще. Там, мы слышали пух-пух-пух. Вот когда вот начали видеть, когда это все начало происходить на глазах, сначала эти люди с тех окраин приезжали с такими глазами. Я понял, что надо выполнять определенные задачи. Мы начали их выполнять, и оно само собой, вот так вот оно все наслоилось. Меня зовут Евгений Тузов. Здесь меня знают как ЖК-тренер. Люди начали оборудовать вот эти вот все места для жизни, и не только в спортцентре. Напротив был техникум торговый. Самый сложный момент, это был, конечно, наладить дисциплину. Потому что это ж не военные и не, там, допустим, там, кучка детей. Это женщины, бабушки, мамы кормящие, там, инвалиды какие-то, там, семьи целые. За каждого из них я ощущал ответственность, конечно. Кормили, поили, за водой ездили. Мариуполь был в кольце без доступа, ничего, грубо говоря, не было. Вот ничего, вот только то, что вот было вот в городе, вот этим вот и должны были обходиться горожане. Вот очередные добрые люди помогли. Я для них был, для многих, железный человек. Образ этого железного человека мне нельзя было нарушать. От этого зависело выживаемость. Нужно было самим искать воду, там где-то брать снег. Его набирали, короче, размораживали. В лужах набирали воду. А вот с батареи воду пили. Три семьи.
Мы в перерыве между обстрелами везли на драмтеатр, а там место было. Через 5 дней ударили по драмтеатру. И когда я об этом узнал, я себя вдох из этой карьеры. Как-то не предугадал. Все же чувствовали вольгот на самолеты. У нас ПВО нет над Мариуполем. И они там летали как хотели. В день, я вот помню, там 20 бомбовых ударов. Ты сидишь, и ты вспоминаешь фильмы про Армагеддон, про какой-то, когда там такой большой метеорит, знаете, пролетает так, над тобой так. 11.55 был прилет. 10 марта. Воронка где-то 20 на... 20 на 10, наверное. Заехала БМП и танк. Большой такой. По-моему, Т-76. И они так, один с одного угла, и из-за нашего убежища другой из-за другого угла так стали. Все уже сами поняли, что тут небезопасно. Значит, сюда могут минометами работать по ним. Я говорю, ребята, нам пора. Это произошло очень быстро, рано утром. У меня задача была просто заехать в Днепр сначала, доехать до него. Когда оттуда вот приехали, мы поняли, что ну, здесь нужно самому начинать заниматься. И я начал. Я, наверное, первый из Мариуполя, кто в Днепре открыл вот такой вот центр для переселенцев. По сути, для всех тех, кто сейчас оказался в крайне сложной жизненной ситуации. Детские эти лагеря, мои поездки в разные проблемные места, там, где живет много беженцев, переселенцев, помогаю им там обустроить их быт, какую-то жизнь, как-то хоть чуть-чуть подсластить их. Новый мир, они прошли эту прожарку. Кто-то потерял там родственников, кто-то потерял часть тела, может быть, руки или ноги, или чего-то. Плюс, допустим, жил он на 5-м этаже в многоэтажном доме, а дом, допустим, разрушился. Все, ему некуда возвращаться. Меня, допустим, это гораздо больше сейчас страшит, нежели те, там, допустим, воспоминания, которые там были в Мариуполе и все остальное. Я вижу людей, как бродячих собак сейчас. Уйму. Я бы хотел бы им всем помочь, но я не понимаю, как. Щойно ми почули історію Євгена. Вона, ну, скажу чесно, особисто мене надзвичайно приголомшила. Євген, скажіть, будь ласка, вам знову побачити, знову почути оце все, розповідати нам про це, вам було боляче? Або ж навпаки, такий ефект має все ж таки терапевтичний. Ну, ви знаєте, чесно сказати, пересказувати те, що з нами там відбувалося, всі ці історії, я вважаю, навіть, ну, тут, в цьому випадку у мене немає емоцій. Об'ясню, чому. Тому що ці емоції я відчував ще там. От, где-то, може бути, не має, так сказати, на то права расчувствоваться или там где-то, как говорится, заплакать или еще что-то. Вот. Где-то в этом в себя придавил и считаю обязательным этой историей делиться со всеми. Почему? Потому что, чтобы каждый понимал вообще, что там происходило. Вот весь, чтобы этот кошмар нигде никогда ни у кого не повторился. Вот, чтобы у людей, которые, ну, немножко иногда недопонимают, что на самом деле там было, вот, в их голове пришло понимание того, что это может случиться с каждым, в любом месте. И лучше уж мы поделимся своим где-то опытом, чтобы уберечь других людей от тех ошибок, которые делали мы, потому что мы впервые оказались в такой ситуации, мы как слепые котята, ну, исключительно все на собственном опыте. Это, знаете, как сапер-самоучка, который идет и тыкает. Он не знает даже там устройства той мины. Он идет, ему оп, тут повезло, оп, хорошо обошел. Где-то уже, ага, увидел там где-то у других что-то. И вот оно вот так вот собрался. Это такой опыт, грубо говоря, которым мы, вот я считаю, что каждый из нас, мариупольцев, должен делиться со всеми. Потому что быть в окружении столько, вот в этом вот, без поставок еды, воды, без ничего этого всего. Сейчас как бы градус этого всего падает. Вот, интереса к этому, потому что у людей идет отторжение. Сначала все сопереживали нам, потом они устали сопереживать. Олександр, скажите, вот
такі згадки про минуле – це нормально, про це треба говорити, або ж це, навпаки, людина ще більше буде закриватися кожного разу? Є один спосіб проживання, переживання дуже сильних емоцій, дуже сильних негативних емоцій. Їх потрібно прожити. Очень неправильно, когда люди переживают очень сильные потрясения и потом замыкаются в себе и никому не рассказывают, потому что либо это никому не интересно, либо потому что это очень болезненно вспоминать и снова и снова переживать то, что люди прошли. Но так наша психика устроена, что если мы не даем себе времени и сил прожить, отгоревать те потрясения, которые и потери, которые с нами произошли, то эти чувства никуда не уходят. Они остаются с нами и сопровождают потом нас всю оставшуюся жизнь. Важно, чтобы эта история была не только рассказана, но и услышана, с тем, чтобы ее можно было разделить с человеком, который это понимает и принимает. И тогда эта история может быть прожита и останется шрамом на душе, но она останется уже не раной. Вот что важно. Скажите, если выбирать между тем, кому рассказывать свою историю, психологу або ж родным, друзьям, то как лучше подія? Самая большая поддержка от того, кто понимает. Без оценки, без полезных советов «успокойся, успокойся», без обесценивания этих чувств, ну ничего страшного, ты сейчас живой, поэтому значит, живем дальше. Это не работает. Что значит ничего страшного? Страшное уже произошло. И важно принять чувства другого человека, их услышать. И вот в этом есть, там, хотите там, терапевтический эффект или хотите там, просто эффект принятия и разделения этих чувств с человеком. Вот я очень согласен с вами. Главное, чтобы человек понимал то, что ты ему рассказываешь. Это должен садиться тот, кто был со мной там. Вот так вот, ну, помнишь, да, о, а то, а это, а пятое, десятое, а как мы там бегали за водой на криницу, а помнишь, как мы талый снег этот собирали там лопатами, воды с луж черпали. А вот я вам расскажу один случай, это такое вот коротенькое вот именно объяснение. Как-то я позвонил на горячую линию по правам человека. Меня перенаправили, специалист мне перезвонил. Через 2 минуты она плакала мне в трубку. Я говорю, мы, наверное, что-то, говорю, как-то у нас не пошло. Это же я, говорю, вам звоню, говорю. Ну, как бы, а вы мне плачете. А и она там, у меня родственники с Мариуполя, вот зацепила ее, видно, где-то, как. А стало ли вам легче, когда она заплакала? Нет. Нет. Честно, нет. Окрім все ж спілкування, виговорювання всього того, що ви пережили, величезну роль грає все ж соціалізація. Все ж, щоб людина була чимось зайнята, так? Звідси питання, чому ви все ж наважилися допомагати і в Дніпрі землякам? Во-первых, коли ти пройшов от цю, як я це називаю, прожарку, от таку. Ты приезжаешь, и ты уже, а тем более, когда у меня уже все, понимаете, у людей были мысли там, за семью, за свою, там, за какую-то там, за 5, за 6 человек, там, может, максимум за 10, за 2. Вот. А у меня все это время, вот в этих вот во всех экстремальных условиях, я думал за несколько тысяч человек, за людей с моей команды. Вот. Я думал об этом, обо всем, и уже глобальность мыслей, так сказать, чуть-чуть другая. Ты смотришь, тебе, ну, как, вот это все, это очень тесно. Когда я только выезжал, у меня была задача доехать, честно скажу, потому что у меня кипела машина каждые 30 километров. Вот, под минометами под Васильевкой мы попали под минометы, выезжая. Моя машина ВАЗ-2105, на которой я тогда выезжал, наверное, с 89-го года никогда не ездила так быстро. Коли ви вже відчували себе у відносній безпеці, ви вже тоді прийшли в на голову день думки, Дніпрі, що да. Так, думки, да. Що треба тут зібратися, треба тут організуватися і допомагати, адже багато людей без житла, без підтримки, без родини. Да, іменно так і є. Так і є. Я як тільки приїхав сюди, ну от мені казалось, що здесь все як-то так медленно.
знаете, как вот если поставить слово, да, когда снимаешь видео, и начинаешь... Вот, вот такие вот все люди были в Днепре для меня. Потом началась опять определенная работа, потому что многие хотели очень выехать. Мы старались отсюда, там у меня был определенный коллективчик. Вот, я начал заниматься поиском гуманитарной помощи. Вот, чтобы, чтобы, да, чтобы загружать эти автомобили едой, допустим, там, какими-то необходимыми предметами гигиены и всего остального, везти туда, а оттуда забирать людей. Вот, и с этим было очень много трудностей. Олександр, скажіть, будь ласка, наскільки важливо себе не заморозити в пригніченості цієї, в бездіяльності і щось робити? Ну вот много говорят о психологической помощи там, тем, кто уехал, тем, кто пережил. И как-то вот в этом, в этих разговорах теряется, что на самом-то деле помощь нужна не совсем психологическая, нужна помощь психосоциальная. То есть люди, мы когда говорим о психологической помощи, мы говорим о там, о самочувствии, там, о там, ощущениях и так далее. Люди уехали, потеряли дома, потеряли привычный образ жизни, потеряли близких, оказались без средств существования, оказались без работы, разрушился целый мир, в котором люди жили. Люди разного возраста, разных возможностей. И вот люди спаслись от огня, скажем так, но они потеряли свою привычную жизнь, и они не вышли из вот этого травматического состояния, потому что у них новая жизнь не начинает налаживаться. Волонтерская помощь людям, вот эти вот убежища, шелтеры, это места временного пребывания, но они там не получают новую жизнь, которую они потеряли там, откуда они уехали. Приходить человеку, который ночует в зале на 80 человек и стоит в очереди за бесплатным обедом, спрашивать о его психологическом состоянии можно, чтобы он не ударился там в психоз, чтобы он перестал непрерывно плакать. Но на самом деле вот выход из этого состояния – это дать человеку возможность наладить новую жизнь. И это сейчас, кстати, очень большая проблема будет для всей страны. Огромное количество людей сейчас живет во временном жилье. Сегодняшним днем, фактически. Одним днем. И часть из них, кто более активный, вот как Евгений, например, там находит себе занятия либо вот в волонтерстве, либо социализируется, ищет работу. Ну, власне, напередодні програми ми поспілкувалися з дніпрянами просто на вулицях, в парках і, ну, з приводу нашої сьогоднішньої теми. І ось що ми почули. Давайте подивимося. Я бачив пекло. Такі слова можна почути від людей, які виїхали з гарячих точок Маріуполя, Чернігова, Харкова, Лисичанська, Сєвєродонецька. Їм знайомі страх, розпач і втрата дому. Потім, після тривалого життя в таких умовах, їм важко порозумітися з мешканцями безпечніших регіонів. Тож, як правильно підтримувати людей, які вирвалися з пекла? Які слова знайти? Та як допомогти включитися їм в мирне життя? Зараз дізнаємося. Должны быть какие-то мероприятия не только для детей, но и для взрослых, где люди могли бы обмениваться друг с другом своим опытом, больше рассказывать, выговариваться, чтобы в этом принимали участие какие-то психологи для того, чтобы выводить людей из этого состояния. Та зрозуміти, що те, що було, воно вже не повернеться. Намагатися шукати відраду в майбутньому. Ну, це тяжело, звісно, так, якщо. То должно же наше государство побеспокоиться о таких людях. Я думаю, надо им больше выделять денег, обеспечивать жильем нормальным. На первое время, которое человек приезжает, когда в чужой город, мне кажется, самое необходимое – это обеспечить их какими-то благами. То есть, ну, продукты, деньги, жилье обязательно, потому что на улице жить никто не будет. На первое время это достаточно, мне кажется, более чем. А впоследствии, к примеру, да, моя теща устроилась на работу. Она была медиком, она приехала с Маринки. Она устроилась на работу в больницу, работает все прекрасно. Я думаю, там, где они работали у себя, я сомневаюсь, что им там помогали, прям за руку привели на работу. Они также ходили, точно так же и будут здесь ходить. Я покинул еще дом свой, еще в 2015 году покинул. Я сам с Макеевки. Ну,
в Славянске обжился. Тут опять начало стрелять. Нас тоже приютили здесь, кормят, спать дали где. Сегодня вот уже поедем на Киев, там брат у меня родной, работу уже нашел. Да выживем везде, все будет хорошо. Мы сильные, мы выживем, мы уже привыкшие. Головне цим людям, які зараз хочуть все-таки виїхати з таких самих окупованих страшних міст, то вони не повинні ні в якому разі соромитися і просити допомоги. Ну, а у нас всі люди з відкритими обіймами будуть їх приймати. Це я точно знаю. Щойно ви почули думки дніпрян з приводу того, як треба підтримувати переселенців, вимушених, ті, які приїхали з гарячих точок. Власне, Євгене, що ви почули? Там в опитуванні були такі самі переселенці, як і ви. Розкажіть. Я об этом говорю уже, наверное, с первой той недели, как я прибываю здесь. Маленькие единоразовые вот эти, помощи, да, это хорошо, это хоть как-то смягчает это падение. Вот. Но это не выход. Он упал, да, смягчило, но надо ж теперь поднять. Дякую, Євгене. Олександре, повертаючись до того, що ми побачили, до нашого опитування на вулицях Дніпра, ваша думка як експерта? В этом опросе было очень ярко видно разные позиции людей и разные сценарии поведения к своему, вот, по отношению к своему положению, в котором они оказались. Кто-то, кто еще не пережил то, что с ними случилось, довольствуются тем, что над ними не стреляют, у них есть где спать и что есть. Кто-то уже двигается дальше и ищет себе работу и ищет, как строить дальше жизнь. Я расскажу один случай, который был вот в шелтере, где я работал с переселенцами. Приехала машина, по-моему, из Лимана. Люди собирались серьезно, там большие клетчатые сумки, значит, две женщины, ребенок и мужчина, глава, так сказать, семьи, и просит помочь эти сумки донести, они тяжелые, администратор мне рассказывает, делится воспоминаниями. Я подхожу, беру сумку, я не могу ее поднять. Что там? Он говорит, как что, инструмент. Инструмент, то есть слесарный и, значит, столярный инструмент. То есть человек ехал из-под бомбежек, прекрасно понимая, что он назад не вернется, или вернется неизвестно когда, но он ехал, уже имея в голове план своей дальнейшей жизни. То есть он будет работать, где он не знает, ему нужен будет инструмент. Это один подход к жизни. А есть люди, которые приезжают, и у них нет этого плана жизни. Олександре, окрім страху, що буде завтра перед невідомим майбутнім, також є інші емоції. Зокрема, компанія ProInsight Lab та Національна психологічна асоціація провели дослідження і ось що з'ясували. Частіше люди наразі через війну скаржаться на тривогу, страх та почуття провини. Скажіть, будь ласка, у тих, хто приїхав з гарячих точках, у тих, хто втратив дім, вибрався з пекла, як Євген, вони ці емоції відчувають в два рази сильніше? Нормальні почуття, нормальна реакція на абсолютно ненормальну ситуацію. Ніхто не готов к тому, що завтра буде, його життя вже не буде. Ніхто к тому ніколи і не буде, і не може бути готов. Є такі три базових міфи, що називається, людських. Ми віримо, що ми безсмертні, і живемо так, як будто ми будемо жити вічно. Це як діти, от таке. Ми віримо, що мир справедлив. Тобто, условно говоря, якщо я не буду нарушати правила вуличного движения, то мене машина не соб'єт. Так? І віримо, що мир предсказуєм. То есть я знаю, что я поверну за угол, там будет магазин АТБ. Вот. Война эти все три мифа разрушает в один миг. Правила дорожного движения не важны, убить могут каждого, и независимо от того, хорошего нет, и магазина АТБ за углом уже нет.
За один ранок, 24 лютого, ми всі да. це зрозуміли. І це викликає колосальну подавленість, розтерянність. Как строить дальше жизнь, если все, что я знаю об этой жизни, все уже не имеет значения? Собрать это обратно и начать строить жизнь заново – это огромная внутренняя работа, на это нужны огромные силы и поддержка извне, чтобы человек снова поверил в то, что этот мир, где можно жить. Вот что происходит с людьми. Поэтому вот эта вот тревожность, страх, вызваны неуверенностью вообще в окружающем мире и в себе. Кто-то находит, как Евгений, в себе силы через помощь близким, и тогда он таким образом возвращает себе ощущение контроля над жизнью своей. Я могу спасти других, я могу помочь другим, и значит, я могу помочь себе. Також дуже важлива зараз такий аспект – це відчуття провини. Багато хто його відчуває. Волонтери, які роблять максимально все, що можуть, вони думають, що, а можливо, я щось не доробив, комусь не допоміг. Ті, хто поїхали за кордон, у тих також відчуття провини через те, що вони покинули дім, покинули, можливо, своїх рідних. Тобто це також нормальне відчуття провини. Ну, это чувство заставляет людей что-то делать, поэтому в этом смысле оно не только нормально, но и кому-то помогает, мотивирует. Мы не боги. То есть принять, что я могу на своем месте делать то, что от меня зависит, и получать тот результат, которого я могу получить здесь и сейчас, это достаточно тяжело. Мы не можем отвечать, куда упала бомба, и мы не можем отвечать за то, что мы не можем сделать. А вот принять, что я должен делать здесь и сейчас то, что я могу, это такая вот ответственность и за свою жизнь, и за жизнь тех, кто, за кого ты можешь действительно отвечать. Ви там казали, що відчуваєте провину за те, що ви відвезли кілька родин в драмтеатр, на який через кілька днів були фактично окупанти скинули бомбу. Ну, чи відомо вам їх, про їх долю на сьогодні? Ні, діло в тому, що я не знаю судьбі цих людей. Коли це произошло, коли я узнав о том, що драмтеатр розрушен, от я ж розумів, що там були люди. От. И ми туди отвезли цих людей, яких, ну, я направив їх туди, по суті. Что я, ну, как бы решение это принял. Не в какое-то там другое убежище, а именно туда. Я, конечно, я не руководил процессом уничтожения драмтеатра, я не мог и предположить, что такое может случиться. Факт в том, что вопрос сам к себе остался. Вот, потому что, ну, как бы у меня, ну, как это, я не знаю, как это правильно назвать, там, научно есть, ну, какой-то вот, как это сказать, чуечка, вот, которая там, ну, вот она меня периодически выводила из разных таких ситуаций и весь наш этот корабль, который был в шторме. А здесь я никакой чуйки не было, вот это не было, ни предчувствия какого-то, ну вот не было его. И вот, может быть, из-за этого это не то, что там, это был вопрос к самому себе. Мы хотим, как вот Евгений говорит, доверять своей чуйке для того, чтобы вообще доверять самому себе и потом совершать дальше, жить и доверять тому, что ты делаешь. И вот это вот пережить о том, что я могу совершать ошибки, и могу ли я себе доверять, для этого требуется усилие потом. Просто очень много людей было, и ошибки, так сказать, были непозволительные. Это ж не то, очень что там, дорого стоит. Да, это ж не то, что там ты ошибся в заполнении какого-то там бланка или там где-то на контрольной в институте, или где-то там проехал на красный, и тебя оштрафовала полиция. Вот. Это вообще это ерунда все. Вот. Тут ошибки просто от того, что, ну, люди просто умирают. Іноді приходиться себе прощати, що у тебе нету глаз на затилці. Ви казали, що коли приїхали в Дніпро, звичайно, для вас був величезний контраст, і що тут то зовсім все по-іншому, начебто тут, ну, немає війни, і багато людей це не відчуває. Тож звідси питання, як часто за цей час ви казали такі слова, що там, ти не бачив війну і ти не пережив те, що пережив я. Та нет, уже я этим не занимаюсь. Я вот прихожу, бывает, у меня приезжают люди ко мне в шелтер мой.
И вот они приезжают, а думают, наверное, что я днепровский сам. Вот, и начинают мне: мы вот с Лимана, или мы с Северодонецка, мы оттуда. Вот нас там бы мы уезжали, к нам ракеты летели. Там, я вот сижу, слушаю, слушаю. Класс. И они, и вот это крайнее предложение мне больше всего. Ну, вам не понять, вы же там не были. Я говорю: ну да, я с Мариуполя. Все. И питань больше немає. Нет, какие тут могут быть вопросы? Олександре, від вас хочеться почути, як, власне, реагувати на такі слова. Коли начебто хочеш вислухати, допомогти, але з іншого боку, ну, ти реально не можеш зрозуміти до кінця, бо ти не був у пеклі. Вот эти вот слова, они говорят о том, что человек очень хотел бы этим поделиться, потому что это разделяет, это, ну, облегчает переживания, воспоминания. И проживание этого, ну, это проживание горя. И единственный здесь способ – это просто слушать человека. Когда встречаются тот, кто может слушать, и тот, кто готов рассказать, то людям становится легче. Мы очень часто закрываемся, защищаемся от переживания вот этого вот, что может рассказать Евгений, потому что это больно ему, но это и больно слушать. Потому что прикоснуться к чужой боли – это испытать ее самому чуть-чуть. Это не всем хочется. И здесь в Днепре люди приезжают, рассказывают: у вас тут вообще санаторий. Вот. Но этот санаторий здесь функционирует, потому что там кто-то на себя принимает этот огонь. Евгене, скажите, будь ласка, чи сумуєте ви за Маріуполем? За маріупольським життям, маю на увазі, звичайно, до війни, за мирним життям. Або ж ви вже готові йти далі, і двері в минуле зачинили? Ну, сумуємо ли ми за нашим домом? Звісно, сумуємо. Ну, як? Ну, це... Это... як білий день. Такое не проходит. Вот. А готовы ли мы идти дальше? Дальше. Тут это вопрос даже, ну, просто готовности твоей персональной к тому, чтобы принять вот эту действительность. Либо пытаясь убежать от этого в испуге где-то там, в какой-то ракушке там закрыться и все. И поддаться шизофрении, грубо говоря. Вот. Все, тут другого выхода нет. Тут либо ты пошел вперед, либо ты, ну, остался, знаете, это как вот если взять там паровоз, который там всю жизнь ходил по рейкам, а эти рейки бах и убрали, и все. И у него выбор какой: он должен либо пытаться катиться как-то по вот этой вот и накатать себе колею новую какую-то, вот, либо перейти там на другой ход, да, вот. Либо остаться на обочине и ржаветь, как вот в Библии говорится в этой притче, то лучше не раздавать, а лучше научить ловить рыбу и печь хлеб. От іменно так. У цьому ви бачите своє майбутнє? Допомагати, адаптуватися тим, хто приїхав з гарячих точок. Я правильно розумію? Так, да, да, тому що це, наверное, ваші плани. Сам, ну, от саме, допустимо, то, що для мене от більше всього болить, це відсутствие системної, вот этой вот, как вот вы правильно сказали, психологической... Психосоциальной поддержки. Да, поддержки. Потому что, ну, для того, чтобы люди не сходили с ума, ну, даже вот если посмотреть, вот, эспандер, он тебя отвлекает. Вот. Нужно что-то им дать делать. Пусть он хотя бы там, вот, как я не знаю, что там, вот бочки, пусть хоть бочки катаются угла в угол. Чи варто наразі робити плани, планувати щось, що буде не тільки завтра, а через рік, через пів? Евгений сказал самое главное. Вот обратите внимание, как он сказал о том, что рельсы закончились, и нужно ехать на том, что есть. Вот само вот это вот принятие, что рельсы закончились, то есть то, что было раньше, больше не вернется. Раз. Принятие того, что ехать все равно нужно, и я буду ехать. Вот само вот это, вот с этого начинается построение новой жизни. Потому что очень многие люди, во-первых, не верят, что рельсы закончились. И ждут, когда они появятся. Во-вторых, они не знают,
может просто подсесть, подождать, но тогда этот паровоз проржавеет и никуда дальше не поедет. И вот этот вот самый главный шаг о том, что я буду ехать дальше. Я буду дальше жить, я буду дальше строить жизнь. Жизнь не закончилась, в ней произошло нечто ужасное, вообще, которое никак не описано, невозможно описать никакими словами, но жизнь продолжается. Ну, власне, мені здається, що ті, хто будують плани, думають про завтра, це саме ті люди, які будуть відновлювати Україну після перемоги. А перемога точно за нами. Дякую вам за вашу експертність. Вам, Євгене, дуже дякую за вашу історію, що нею поділилися. Це справді важливо для нас, для вас і для України. Я нагадую, що з вами був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Допоможемо знайти підтримку, баланс, рівновагу і переможемо. Слава Україні!